очень отрадно, что у нас есть регион-лидеры, которые, не дожидаясь очередных задач, которые ставятся президентом и правительством, уже идут, что называется, опережение. Вот. К таким регионам относится в том числе и Тульская область, которая в 2019 году начала вводить активно новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Были построены объекты обработки, рекультивированы многочисленные свалки, выделяются деньги на закупку контейнеров, на обустройство площадок. По оценкам Минприроды в целом, Тульская область, я думаю, станет тем регионом, интегратором, который другим регионам станет примером. Здесь вот эти вот сбалансированные решения на территории, они позволяют плавно входить в реформу по обращению с отходами.